Доброго времени суток, друзья, вы на канале HardRasot.info. Перед нами Xiaomi Redmi Note 11, и в этом видеоролике мы вам покажем, как перекинуть файлы с этого телефона на другой, или наоборот, с другого телефона на этот, как перекинуть какую-то музыку, какие-то приложения, какие-то фотографии и видео, что только захотите. Для этого, смотрите, есть две вообще возможности. Лучше воспользоваться второй, но мы вам покажем обе. Первая — это свайпаем по экрану вниз, свайпаем еще разочек, и видим здесь пункт, который называется «Обмен с окружением». Включаем его, а также после того, как мы включили, можем зайти в настройки, чтобы было поудобнее все делать. Дальше берем наш второй телефон, и на втором телефоне тоже нажимаем «Обмен с окружением», если у вас такое есть. Если нет, заходим в приложение Google Files. Оно по умолчанию предустановлено на большинство Android-устройств, но его можно легко скачать из Play Market. И здесь, к примеру, на моем одном телефоне я выбираю «Отправить», и выбираю, что я хочу отправить. Давайте я отправлю, к примеру, вот эту фотографию, и еще я бы отправил какую-то музыку. Вот у меня есть какая-то вот такая вот музыка, и еще вот эту музыку, и нажимаю «Отправить». Дальше телефоны должны увидеть сейчас друг друга. Сейчас здесь на телефоне у нас появится Xiaomi, вот Redmi Note 11, нажимаю сюда, и сейчас меня здесь спросят, хочу ли я принять эти файлы. Нужно немножко подождать, это срабатывает не моментально. Также, когда вы это делаете, желательно, чтобы у вас был какой-то Wi-Fi, а не мобильный интернет, чтобы слишком много интернета у вас не снялось. Также с Wi-Fi все будет работать быстрее. Дальше ждем. У нас начинает все перекидываться с одного телефона на другой. В принципе, мы можем уже даже закрыть сейчас вот эти вот менюшки, файлы все равно перекинутся. Почему оно не работает, не до конца понимаю. Ага, вот все. Началось, смотрите, пошло перекидывание. У меня, походу, очень плохой интернет на телефоне, потому что грузится невероятно медленно. Да, у меня здесь нет тут интернет подключен. А смогу ли я сейчас быстренько подключиться к другому Wi-Fi? Идет подключение к другому Wi-Fi, потому что этот другой Wi-Fi должен быть побыстрее. Но давайте, хорошо, мы пока это отменим, это работает, да. Но у этого пункта есть один минус, что если вы хотите с вашего Xiaomi перекинуть на другой телефон, то при помощи этой функции сделать этого нельзя. Поэтому что мы делаем? Мы скачиваем на оба телефона приложение Files. Тогда все будет работать максимально быстро и максимально качественно. А приложение Files занимает всего 6 мегабайт на телефоне, оно скачивается за, не знаю, за 2 секунды, конечно, если не учитывать подготовку. Сейчас у нас все будет работать намного лучше. Давайте все это позакрываем. У меня, наверное, оно так быстро медленно скачивается, потому что реально очень плохой интернет. А еще, возможно, мне кажется, все-таки эти файлы, которые я только что решил перестать перекидывать, все равно перекидываются, даже несмотря на то, что я закрыл эти функции, потому что у меня включен режим обмен с окружающими. Я бы его выключил. Он выключился. Не, они выключаются. Ну ладно, пусть будет. Почему? В принципе, нет. Давайте дождемся, пока наше приложение Files скачается, и тогда у нас все будет работать прям идеально, как надо. Заходим здесь в приложение Files, заходим здесь в приложение Files. И теперь смотрите, на одном телефоне, конечно, даем все разрешения при первом входе, нажимаем «Обмен», и на одном телефоне нажимаем «Получить», на втором выбираем «Отправить». Нажимаем «Продолжить», нажимаем «Разрешить». Вписываем какое-то имя, как наш телефон будет называться, как один телефон будет видеть другой телефон. И вот они сейчас ищут друг друга. Важно, чтобы когда вы находитесь в приложении Files, у вас на обоих телефонах было включено местоположение или же геолокация. Также бывает, что почему-то у меня на этом старом телефоне, это у меня вообще какой-то Asus, которому лет 10 уже, походу, очень часто слетает это приложение. Если у вас вот так вот просто идет бесконечная загрузка, проверьте, точно ли у вас и там включено местоположение, конечно, у меня включено, то вам нужно просто сбросить ваше приложение, лучше сделать это на обоих телефонах, то есть выбираем приложение Files, информация о приложении, здесь нажимаем использование хранилища, и можно ли его как-то стереть? Нет, ага, можно, нет, можно как-то
Ага, вот storage, и здесь очистить хранилище. Здесь точно так же мы делаем о приложении. Дальше выбираем очистить и выбираем очистить все. Вот теперь все должно сработать идеально. Вот такое реально случается. Причем это случается обычно из-за этого моего старого телефона. Я не знаю, будут ли у вас такие проблемы. Нажимаем тот же обмен. Здесь заходим в приложение Files. Нажимаем отправить. Здесь здесь я не туда зашел вообще. Продолжить. Разрешить. Hard. Окей. Разрешить. Обмен. Получить. 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 Здесь тоже впишем, давайте уже по-русски hard. И сейчас я надеюсь, что должно все сработать буквально за секунду. Вот мой телефон сразу же нашел устройство hard. Начинается подключение. Сейчас на устройстве hard должно у нас спросить, хотим ли мы подключиться. Это занимает некоторое время. Это, как я уже говорил, реально зависит от скорости вашего Wi-Fi. У меня что-то сегодня с интернетом творится неладное. Он невероятно загружен. Не до конца понимаю, на что он загружен. Обычно это работает очень хорошо. Но ждем, просто ждем. Вот, у меня появился вот такой вот пункт. Нажимаем подключиться. И выбираем, что мы хотим перекинуть. Я бы скинул это видео. А еще я бы перекинул какие-то приложения. К примеру, диктофон я бы перекинул. И также я бы перекинул PUBG Mobile, Giftbox. Нет, не надо, в принципе. Я бы еще перекинул Netflix, почему нет. И Spotify. И нажимаем отправить. Дальше у нас начинает отправление начинается. Вы можете отправить больше файлов, пока эти отправляются, чтобы другие выбирать какие-то другие файлы. Или можете просто подождать. Кстати, в этом меню уже, по-моему, находиться не обязательно. Можем выходить и начинать перекидывать все файлы. У нас начинается подключение, то есть просто ждем. В принципе, на этом все. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы или вы бы хотели нам что-то посоветовать, то задавайте и пишите все в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания!